Лето было холодным, но все же многим школьникам оно пришлось по душе. В Ульяновском регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании. Только в загородных лагерях за 3 месяца смогли отдохнуть почти 20 тысяч ребят. Среди них 60 детей с ограниченными возможностями здоровья. Смены профориентационные, языковые, технические и даже кинематографические. Порядка 10 тысяч человек приняли участие в акции «Спасибо, лагерь». В период летней оздоровительной кампании на территории региона действовал 517 организаций отдыха оздоровления детей, в том числе и школьные лагеря с дневным пребыванием, поэтому их количество большое. Но сюда же входят и загородные оздоровительные лагеря, сюда же входят и детские лагеря палаточного типа, детские лагеря труда и отдыха. Около 2500 родителей смогли уже оставить свою оценку детскому отдыху. Ее можно сделать на портале leto73.ru. И нам очень важно мнение родителей, мнение детей. Поэтому вот мне бы хотелось, чтобы родители еще тоже обратились. И вот в период того, когда мы определяем задачи, они смогли тоже в этом поучаствовать. А мы с удовольствием прислушаемся к их предложениям и советам. В этом году в регионе количество загородных лагерей увеличилось на 5 штук. Их стало 31. Никаких ЧП этим летом не произошло, уверяют в Министерстве образования. Одна из главных задач на будущее – повысить качество детского отдыха. Это и интеллектуальная составляющая каждой смены, и улучшение условий проживания детей.